Здравствуйте, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня видно и слышно. У нас осталась одна минута до начала. И сейчас ровно 10 часов, и мы начинаем. Пока еще не все к нам присоединились, но, как всегда, обычно это бывает в вебинарах, все подключаются. По мере начала уже нашего мероприятия. Разрешите представиться, меня зовут Татьяна Марковна, моя фамилия Ускач, и сегодня я буду говорить об антикоагулянтной терапии, о различных аспектах антикоагулянтной терапии. Сейчас я запущу презентацию. Я надеюсь, всем все видно хорошо, и мы начинаем, чтобы время не тратить, пока к нам присоединяются остальные участники. Уважаемые коллеги, и начать я хочу с общих принципов антикоагулянтной терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий, о том, что мы сейчас имеем по поводу данного состояния, данного заболевания, в свете последних рекомендаций и последних нормативных документов. Так, Эта информация о моем конфликте интересов. Я являюсь ведущим научным сотрудником отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности Национального медицинского исследовательского центра кардиологии. Являюсь также профессором кафедры кардиологии Российской академии постдипломного образования. Данная презентация подготовлена при поддержке компании Pfizer. А если говорить о тех документах нормативных, которые у нас есть, касательно, в частности, фибрилляции предсердий и антикоагулянтной терапии, то, безусловно, это рекомендации 2020 года, которые вышли только недавно, только месяц назад, по которым нам предстоит в ближайшее время жить и работать. Рекомендации 2019 года американские, которые, соответственно, вышли в прошлом году, и есть многочисленные документы, которые касаются отдельных аспектов. В частности, документ по практическим вопросам по использованию прямых пероральных антикоагулянтов 2018 года Европейской ассоциации РИТМа, клинические рекомендации по электрофизиологическим исследованиям катетерной абляции, применение имплантируемых устройств, где мы также можем найти информацию касательно антикоагулянтной терапии при вмешательствах, ну и об особенностях оказания экстренной неотложной медицинской помощи пациентам, получающим прямые пероральные антикоагулянты, мы можем найти в вестнике аритмологии за 2018 год. Ну и, безусловно, мы ждем выхода рекомендаций российских, датируемых 2020 года, которые должны выйти буквально в ближайший месяц. Если говорить о распространенности фибрилляции предсердий, то, безусловно, мы все прекрасно понимаем, что количество пациентов с фибрилляцией предсердий неумолимо увеличивается. И, согласно последним рекомендациям, в мире сейчас насчитывается 43,6 миллионов пациентов с фибрилляцией или трепетанием предсердий. Мы можем посмотреть, в каких странах встречается большее количество пациентов. Безусловно, это страны с большей продолжительностью жизни. Мы видим североамериканский континент и, соответственно, Европу, где наибольшее число встречаемости фибрилляции предсердий. Значительно меньше в странах Африки и Азии, где, к сожалению, ниже продолжительность жизни. Но на территории нашей страны достаточно большое количество таких пациентов, и, безусловно, оно будет увеличиваться. И, соответственно, если мы посмотрим прогноз роста числа, в частности, пожилых пациентов в Европе до 60-го года, мы видим, что он, безусловно, будет увеличиваться. И, соответственно, увеличивается частота заболеваемости фибрилляции предсердий у мужчин, женщин и риск смерти. Безусловно, все это всегда коррелирует с возрастом. На возрасте мы еще немножко остановимся в следующей моей лекции, поскольку это, безусловно, один из самых важнейших факторов как прогноза, так и влияющих на лечение пациентов с фибрилляцией предсердий. Но мы знаем, что риск развития у пациентов старше 40 лет составляет 1 к 4, и это, конечно, значительный риск. И уже начиная с 40 лет, более четверти процентов присутствует риск развития фибрилляции предсердий, как у мужчин, так и у женщин. Согласно последним рекомендациям, мы видим, какие факторы риска являются факторами риска фибрилляции предсердий. И здесь мы видим все практически заболевания, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Не только в кардиологической практике, но и в терапевтической, и с других
специальностях, и поэтому, конечно же, вопросы коморбидности являются важнейшими в лечении фибрилляции предсердия. Это, конечно, и ишемическая болезнь сердца, и разнообразные поражения сосудов, любые острые операции, физические нагрузки, алкоголь, курение, ожирение, обструктивное апноэ сна, хронические болезни легких, любые воспалительные заболевания, безусловно, диабет и хроническая болезнь почек, и, конечно, артериальная гипертония, одно из самых распространенных заболеваний в настоящее время и особенно в нашей стране. Если говорить о прогностическом значении фибрилляции предсердий, то мы знаем, конечно же, что фибрилляция предсердий усугубляет прогноз практически всех ассоциированных с них заболеваний. Смертность увеличивается, по разным данным, от 1,5 до 3,5 раз. Это связано не только с инсультом, но и в первую очередь с сердечной недостаточностью и коморбидными состояниями. Инсульт, который, безусловно, является одной из важнейших причин, приводящих к смерти пациентов, на 20-30% увеличивается при фибрилляции предсердий. И до 10% криптогенных инсультов обусловлены фибрилляцией предсердий. И чем лучше и дальше мы получаем механизмы обследования, различные петлевые регистраторы, тем больше мы выявляем причин у криптогенных инсультов, именно то, что они связаны, в частности, скорее всего, с фибрилляцией предсердий. Ну, пока цифра у нас до 10% криптогенных инсультов. Левожелудочковая дисфункция и сердечная недостаточность, когнитивные нарушения и сосудистая деменция, депрессия, снижение качества жизни и, конечно же, госпитализация. Госпитализация – это тот факт, который ложится тяжелым бременем на наше здравоохранение и, конечно же, снижает качество жизни наших пациентов, и огромное число госпитализаций связано именно с фибрилляцией предсердий, либо с пароксизмами фибрилляции предсердий, либо с утяжелением состояния, неконтролируемой частотой сердечных сокращений, ну и, конечно же, все это не может не коррелировать со смертностью. А классификация, которая присутствует в рекомендациях 2020 года, вносит некоторые уточнения по сравнению с предыдущими рекомендациями. Ну, впервые диагностированная фибрилляция предсердия – это та, которая никогда не диагностировалась ранее, пароксизмальная в течение 7 дней после начала, персистирующая более 7 дней, включая любые эпизоды, купированные через 7 и более дней, длительно персистирующая более 12 месяцев, если мы приняли решение о стратегии контроля ритма. Соответственно, постоянная форма больше касается не самого течения заболевания, как мы видим, согласно рекомендациям, а именно решения пациента и врача о отсутствии дальнейшем попыток восстановления синусового ритма. И на этом делается акцент, что если будет принята стратегия контроля ритма, аритмия будет переквалифицирована в длительно персистирующую. Поэтому, безусловно, в современных рекомендациях стратегии контроля ритма отдается значительно более важное место, чем в предыдущих рекомендациях. Но шкала симптомов также повышается ее значимость и значимость самой клинической симптоматики фибрилляции предсердий, поскольку мы знаем, как снижается качество жизни наших пациентов, если у них развивается фибрилляция предсердий. И поэтому самым высоким классом рекомендаций, ну, уровнем доказательности мнения экспертов, рекомендуется оценка симптомов и постоянная переоценка симптомов, включая утомляемость, слабость, одышку при физической нагрузке и количественная оценка при помощи шкалы до и после начала лечения. Мы должны отдавать себе отчет, что, конечно, наше лечение, оно влияет и должно влиять на качество жизни наших пациентов и должно уменьшать симптоматику. И если симптомы остаются, то, наверное, нужно модифицировать лечение и изменять стратегию контроля, возможно, переходить на стратегию контроля ритма, даже если ранее была принята стратегия контроля частоты. Терапия контроля ритма рекомендована для улучшения симптоматики и качества жизни у всех пациентов, которые имеют симптоматику. И мы видим первый класс и уровень доказательности А. И именно симптомы пациентов, то есть, собственно говоря, их качество жизни, ложится в основу выбора стратегии контроля ритма или контроля частоты у наших пациентов. Исследование EAST-AFNET
4, которое было озвучено на последнем конгрессе в августе 2020 года, говорит нам о том, что ранний контроль ритма у пациентов с фибрилляцией предсердия имеет преимущество, в частности, по основным компонентам первичной конечной точки, а самое главное, по сердечно-сосудистой смерти и по количеству инсультов. Снижается также госпитализация по поводу сердечной недостаточности и по поводу острого коронарного синдрома, но не так значимо. Значимо, конечно, снижение смертности и инсульта. И понятно, что ранний контроль ритма – это та стратегия, которая должна быть рассмотрена у пациента с фибрилляцией предсердия, согласно вот этому исследованию, в которое вошло почти 3000 пациентов. Собственно говоря, статистически значимые расходящиеся кривые, опять же, говорят нам о том, что мы должны рассматривать и переосмысливать тактику контроля ритма у наших пациентов. Конечно, немаловажную роль в этом играют принципы антиаритмической терапии фибрилляции предсердий, которые в рекомендациях 2020 года прописаны достаточно четко. Опять же, антиаритмическая терапия должна быть направлена на уменьшение, в первую очередь, симптоматики, связанной с фибрилляцией предсердий. Эффективность для поддержания синусового ритма антиаритмических препаратов невысока. Это признается, собственно говоря, в рекомендациях. Клинически успешная антиаритмическая терапия может уменьшить, а не полностью устранить рецидивы фибрилляции предсердий. И по понятным причинам важное значение придается побочным эффектам, которые достаточно часто встречаются при назначении антиаритмических препаратов. Соответственно, при выборе антиаритмического препарата следует руководствоваться в первую очередь соображениями безопасности. Об этом нужно помнить, назначая пациентам антиаритмические препараты. И именно поэтому в долгосрочной терапии контроля ритма 2020 года у нас присутствует следующая стратегия. Мы видим значительно меньшее количество препаратов, чем ранее фигурировали в рекомендациях. Мы видим, что у пациентов повышается класс доказательности катетерной абляции, как в случае рецидива, так и на основании выбора пациента. Выбору пациента придается значительное в современном лечении фибрилляции предсердий значение. И надо сказать, что если говорить о сердечной недостаточности, то здесь у нас остается вообще только один амиодарон. А у пациентов со значимыми заболеваниями, с ишемической болезнью сердца, с сердечной недостаточностью, сохраненной фракцией выброса, у нас также присутствует только амиодарон, дронидарон, который достаточно редко применяется. И мы видим, какой низкий уровень доказательности у сатолола, ниже, чем у всех препаратов. И вообще мы прекрасно понимаем, что 2Б – это скорее нет, чем да. И по понятным причинам повышается значимость катетерной абляции. Особенно интересным является исследование STOP-HF, которое было также озвучено на Европейском конгрессе 2020 года по сравнению криоабляции с антиаритмической терапией. Пациентов не так много, 225 пациентов с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий, и мы видим, какая большая разница по свободе от фибрилляции предсердий через год, 75 против 45% на антиаритмической терапии. Насколько большая разница в эффективности в плане удержания синусового ритма. Это все, конечно, выводит нас на дальнейшие перспективы тактики контроля ритма в лечении фибрилляции предсердий. И если мы посмотрим глобальную стратегию или так называемый подход трехкомпонентный к лечению фибрилляции предсердий, который присутствует в последних рекомендациях, повторюсь, то, безусловно, на первом месте у нас стоит антикоагулянтная терапия, о которой мы сейчас будем дальше говорить. Далее следует контроль клинической симптоматики, о котором я уже сказала, и коррекция коморбидных факторов риска, которым также будет посвящена моя следующая лекция. Сейчас мы начнем, конечно же, с антикоагуляции и предотвращения инсульта, который под буквой А у нас присутствует в стратегии лечения фибрилляции предсердий. И мы прекрасно понимаем, что если у пациента развивается пароксизм фибрилляции предсердий, мы должны впервые в жизни, мы должны в первую очередь определить риск тромбоэмболических осложнений на основании шкалы ЧАДС-2-ВАСК, поскольку инсульты – это то, что, к сожалению, сопровождает фибрилляцию предсердий и то, что является самым частым и грозным осложнением фибрилляции предсердий из тромбоэмболических.
Надо сказать, что до 20% инсультов связаны с фибрилляцией предсердий. И мы прекрасно понимаем, что инсульт ассоциируется с возрастанием заболеваемости и смертности фибрилляции предсердий, увеличивая как госпитализацию пациентов с фибрилляцией, так и смертность. И, конечно, вот это влияние на прогноз – это то, на чем должна основываться наша терапия с самого начала развития фибрилляции предсердий. И, безусловно, снижение риска инсульта помогает снизить общее время инсультов в целом. Ну, шкалу Чадзе-Вавасск, я думаю, озвучивать не нужно, ее все прекрасно знают, и, безусловно, в нашей практике она должна быть использована постоянно, ежедневно и переоцениваться у всех наших пациентов с фибрилляцией предсердий. К сожалению, мы прекрасно знаем, что при возрастании риска инсульта параллельно увеличивается риск кровотечений. И в этом всегда и состоит проблема антикоагулянтной терапии, что у тех пациентов, у которых присутствует наибольший риск тромбоэмболических осложнений, мы, к сожалению, очень часто видим и высокий риск инсульта, и высокий риск кровотечения. И поэтому врач вынужден балансировать на грани эффективности и безопасности антикоагулянтной терапии, и именно в этом моменте возникают наибольшие сложности и трудности в антикоагулянтной терапии фибрилляции предсердий. Ну, то, что профилактика тромбоэмболических осложнений при фибрилляции предсердий должна быть при наличии факторов риска пожизненная и должна проводиться с помощью оральных антикоагулянтов, ни у кого сомнений нет. И в современных рекомендациях, как и в предыдущих рекомендациях, мы видим, что прямые пероральные антикоагулянты являются предпочтительными перед антагонистами витамина К, за исключением пациентов с механическими клапанами и митральным стенозом средней и тяжелой степени. Мы знаем, что современные рекомендации говорят нам, что мы должны уходить от термина неклапанная фибрилляция предсердий, поскольку клапаны поражение клапанов, при которых мы не можем применять прямые пероральные антикоагулянты, в настоящее время ограничиваются только механическими клапанами или стенозом средней и тяжелой степени митральным. При всех остальных нарушениях клапанов мы можем применять прямые пероральные антикоагулянты. Соответственно, у нас первый класс и уровень доказательности А. Впервые в рекомендациях 2020 года у нас четко ограничиваются рекомендации для тех пациентов, которые раньше казались нам спорными, конкретно с одним баллом у мужчин и двумя баллами у женщин. В рекомендациях четко очерчено, что для этих пациентов у нас класс 2А. Мы с вами прекрасно понимаем, что класс 2А – это скорее да, чем нет. И поэтому можем смело таким пациентам антикоагулянтную терапию назначать. Мы не должны назначать только в случае низкого риска инсульта, соответственно, 0 баллов у мужчин и 1 балла у женщин. С этой точки зрения рекомендации 2020 года облегчают и упрощают нашу задачу. Что касается оценки риска кровотечений. Шкала модифицируемых и немодифицируемых факторов риска, которая присутствовала в прошлых рекомендациях, присутствует и в рекомендациях 2020 года, но она значительно расширена. Мы видим, что появились другие факторы, которые не присутствовали раньше. В частности, сахарный диабет, когнитивные нарушения и деменция, которые раньше не присутствовали в немодифицируемых факторах риска. В потенциально модифицируемых появилась хрупкость плюс высокий риск падений, который раньше не было. А в модифицируемых факторах риска, конечно же, важнейшими факторами, на которые обращается внимание, прием антиагрегантов, нестероидных противовоспалительных препаратов, которые мы можем изменить, несоблюдение режимов приема оральных антикоагулянтов, терапия моста, которой раньше не было и которая является важнейшим для применения антикоагулянтов при различных вмешательствах. Экстремальные занятия хобби такого раньше тоже не было. И обращается внимание на необходимость контроля МНО времени нахождения в терапевтическом диапазоне более 70% для антагонистов витамина К. Мы прекрасно знаем, что это время в рутинной клинической практике практически недостижимо. И поэтому, конечно же, практически исключается, если мы хотим четко влиять на риск кровотечений, назначение антагонистов витамина К, учитывая необходимость времени в терапевтическом диапазоне.
диапазоне МНО более 70%. Ну и сам по себе выбор орального антикоагулянта и доза его является модифицируемым фактором риска, который мы должны учитывать в нашей клинической практике. В рекомендациях 2020 года появляется шкала кровотечений HAS-BLEED заново, и здесь есть... Один важный момент, что геморрагический инсульт, он фигурирует как инсульт и как кровотечение. Соответственно, при наличии предшествующего геморрагического инсульта у нас будет 2 балла по HAS-BLEED. Мы помним, что в предыдущих рекомендациях этой шкалы не было. И, конечно же, ее появление вновь говорит о все большем значении оценки риска кровотечений и большем акценте на безопасности антикоагулянтной терапии. То есть мы приходим к тому, что все важнее и важнее становится для нас безопасность антикоагулянтной терапии. И говоря о прямых пероральных антикоагулянтах, а мы, безусловно, будем сегодня говорить о них, препараты, которые в настоящее время зарегистрированы в нашей стране, это апиксабан, ривароксабан и добикатран. Мы знаем, что скоро будет зарегистрирован эдоксабан, но пока он не зарегистрирован, мы говорим о тех препаратах, которые в большинстве своем применяются. Мы знаем различия препаратов. Апиксабан и ривароксабан являются прямыми ингибиторами фактора 10, и добикатран является прямым ингибитором тромбина. Соответственно, у нас разный почечный клиренс, разное время достижения максимального, Т-максимального и так далее. Важнейшим, конечно, моментом является исследование прямых пероральных антикоагулянтов, на основании которых они зарегистрированы и применяются у пациентов с фибрилляцией предсердий. Эти исследования, мы прекрасно помним, были проведены в сравнении с варфарином. И самым важным, конечно, является то, что все три препарата по сравнению с снижением, по сравнению с варфарином показали снижение инсульта и системной тромбоэмболии для добикатрана в дозе 150 мг 2 раза и для апиксабана в дозе 5 мг 2 раза. Снижение геморрагического инсульта показано для всех препаратов статистически значимо. И этот важный факт, конечно, лег в основу того, что уже в течение почти 5 лет прямые пероральные антикоагулянты являются предпочтительными. Ну а дальше выбор зависит от того, насколько эффективен препарат в каждой конкретной клинической ситуации. Мы знаем, если мы будем говорить об апиксабане, что апиксабан, он эффективен по основным показателям, по сравнению с варфарином. Так он снижает риск инсульта и системной тромбоэмболии на 21%. Мы помним, что снижает риск инсульта и системной тромбоэмболии по сравнению с варфарином только добигатран в полной дозе, вот и апиксабан в дозе 5 мг 2 раза. Снижает риск больших кровотечений на 31%. И в отличие от других антикоагулянтов, достигнутый в исследовании Аристотель показатель снижения общей смертности. Мы прекрасно понимаем, что в случае антикоагулянтов снижение общей смертности в целом, конечно же, достигается за счет меньшего числа кровотечений. И сам по себе показатель снижения общей смертности так трудно достижимый в клинических исследованиях, то, что он был достигнут в исследовании Аристотель, конечно же, говорит о безопасности применения апиксабана. Если мы сравним в целом по показателям, ну, по смерти от всех причин я уже сказала, апиксабан у нас статистически значимо был лучше варфарина. По внутримозговому кровотечению все препараты имеют преимущество перед варфарином. По большим кровотечениям в полной дозе 5 мг апиксабан имеет преимущество перед варфарином, а добикатран имеет преимущество только в сниженной дозе. Ну, а по количеству желудочно-кишечных кровотечений, опять же, добикатран в сниженной дозе и апиксабан в полной дозе не увеличивают число желудочно-кишечных кровотечений, которых мы в нашей клинической практике, как правило, боимся чаще всего. Ну и есть такой показатель, как прекращение приема препарата. Насколько часто прекращали прием препаратов в клинических исследованиях, и мы видим, тут есть также незначительное преимущество у апиксабана. И если мы будем говорить по видам кровотечения,
то здесь, конечно, по большим желудочно-кишечным кровотечениям, повторюсь, только полная доза апиксабана из всех существующих в нашей стране прямых пероральных антикоагулянтов не увеличивает желудочно-кишечные кровотечения. Внутричерепное кровотечение – это, конечно же, преимущество большого апиксабана, но и другие антикоагулянты также имеют это преимущество. Ну и по количеству фатальных кровотечений надо сказать, что апиксабан снижает риск на 73%. Это, конечно, огромная цифра. Это касательно исследований клинических. Но, безусловно, реальная клиническая практика в настоящее время насчитывает огромное количество наблюдений, и тут мы не можем пройти мимо различных регистров, основанных на данных баз, медицинских баз, ну и, конечно же, в этом плане Соединенные Штаты Америки всегда обладают большим количеством медицинских данных. И, в частности, если мы посмотрим на основе реальной клинической практики сравнительные исследования больших кровотечений в США, вот мы видим по количеству пациентов, которым назначались препараты, лучшие позиции по количеству кровотечений у апиксабана, далее следует добигатран, но и мы видим, что ривароксабан оказался на уровне варфарина. Еще такой момент по отмене препаратов. Мы прекрасно знаем, что отмена препаратов осуществляется чаще всего вследствие мелких кровотечений, когда пациенты сами отменяют препараты. И вот мы видим данные по отмене антикоагулянтов в реальной клинической практике в Швеции. 12% больных переставали принимать апиксабан, а при этом 25% переставали принимать ривароксабан и 30% переставали принимать добигатран. Есть еще крупное исследование реальной клинической практики, на нем тоже хочется остановиться, поскольку данные поражают объемом, да, почти миллион медицинских карт, более 900 тысяч медицинских карт пациентов с диагнозом фибрилляции предсердия было проанализировано, и было отобрано сопоставимых 77 почти тысяч. Это, конечно, огромные цифры, поэтому данные представляются интересными. И вот результаты по всей популяции, что касается... Если мы будем смотреть апиксабан по сравнению с варфарином, мы видим огромное преимущество по инсульту, ишемическому инсульту, геморрагическому и системной эмболии. По безопасности также мы видим, что по всем видам кровотечений апиксабан в таком большом клиническом исследовании оказался существенно лучше варфарина. И учитывая то, о чем я говорила в самом начале по стратегии контроля ритма, не могу не остановиться на проблеме профилактики инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердия при кардиоверсии. Рекомендации 2020 года говорят нам, что при сопровождении кардиоверсии прямые пероральные антикоагулянты рекомендуются с той же эффективностью и безопасностью, как и варфарин. Назначаться они должны за 3 недели до кардиоверсии. Через пищеводную эхокардиографию рекомендуется тем пациентам, которым мы проводим абляцию без трехнедельной, кардиоверсию без трехнедельной предварительной антикоагуляции, все это первый класс рекомендаций. И в дальнейшем мы должны назначать как минимум на 4 недели антикоагулянты, а далее в соответствии с шкалой ЧАДС-2-ВАСК, независимо от эффективности нашей кардиоверсии. Исследования, которые были проведены при кардиоверсии, это в частности вот исследование EXVERT с ривароксабаном, которое показало преимущество по первичной конечной точке, которая составляла инсульт, транзиторную ишемическую атаку, инфаркт и сердечно-сосудистую смерть. Пациент было одинаковое количество первичных конечных точек по сравнению с варфарином, но пациентов с ривароксабаном было включено в 2 раза больше и отсутствие значимых различий в кровотечениях. Исследование, проведенное с эдоксабаном, который пока у нас не зарегистрирован, также, которое называлось Ensure-AF, по составной первичной конечной точке инсульт, системная эмболия, инфаркт и смерть показала преимущество по первичной конечной точке эдоксабана и отсутствие отличий по кровотечению. И исследование Emanate с апиксабаном, в котором также апиксабан в дозе 5 мг 2 раза, либо 2,5 мг 2 раза по показаниям, сравнивался со стандартной терапией, гепарином и антагонистами витамина К. И мы видим, что по количеству инсультов и тромбоэмболий получена статистически значимая разница в пользу апиксабана при проведении кардиоверсии. То есть то, чего мы больше всего боимся, то, собственно говоря, ради чего мы и назначаем препарат, безусловно, апиксабан перед
стандартной до этого терапии варфарином имеет преимущество по количеству больших кровотечений и больших плюс клинически значимых кровотечений разница не получена. Ну и метаанализ исследований, проведенных при кардиоверсии у пациентов с фибрилляцией прецерти, говорит нам о том, что как минимум эти препараты не хуже варфарина и должны применяться при кардиоверсии. А с точки зрения профилактики тромбоэмболии и инсульта, апиксабан в частности имеет преимущество перед варфарином. И катетерная абляция, также, которая в нашу жизнь вошла достаточно прочно, в рекомендациях 2020 года мы видим повышение уровня рекомендаций до цифры 1 для некоторых категорий пациентов. В частности, для тех пациентов, у которых есть пароксизмальная или персистирующая без факторов риска или с факторами риска рецидива, при неэффективности антиаритмической терапии и появляется даже первый класс как терапия первой линии, если мы считаем, что у нас тахи-индуцированная кардиомиопатия независимо от тяжести симптомов. Для профилактики инсульта при катетерной абляции мы должны также назначать антикоагулянты минимум за 3 недели, либо проводить через пищеводное эхо. И терапия должна проводиться без прерывания приема оральных антикоагулянтов. Исследования, проведенные по этому поводу с добикотраном, это Red Circuit, при котором было показано, что по большим кровотечениям добикотран оказался лучше варфарина, по инсультам и тромбоэмболическим осложнениям не хуже, их просто было очень мало. Ривароксабан Venture AF также показал при непрерывном приеме сопоставимые результаты с варфарином. И апиксабан в исследовании Аксафа Афнет, в котором было включено 674 пациента, и первичной составной конечной точкой была смерть от всех причин инсульты, большие кровотечения, мы видим, что оказался не хуже варфарина, и для гипотезы не хуже у нас статистически значимая высокая достоверность получено значение P. И мы видим, что по кровотечениям, безусловно, как и в большинстве исследований, апиксабан имеет преимущество и при катетерной абляции тоже. Мы знаем, что рекомендации 2018 года говорят нам о том, что мы должны назначить за 12 часов до начала процедуры последнюю дозу прямого перорального антикоагулянта, но учитывая высокий риск тромбоэмболических осложнений, возможно, мы все-таки придем к тому, что терапию не нужно прерывать. И здесь, конечно, препараты, которые применяются 2 раза в день, имеют преимущество, обеспечивая умеренность, постоянную гипокоагуляцию. Ну и, собственно говоря, последнее исследование, которое было в этом году опубликовано по этому поводу, является очень интересным. Проведено оно было в Японии. И апиксабан в дозе 5 мг 2 раза, либо 2,5 2 раза, назначался утром перед процедурой, так же, как и варфарин. И мы видим, что симптоматических инсультов не было зарегистрировано по большим кровотечениям и по клинически значимым небольшим кровотечениям. Их было мало, но, тем не менее, апиксабан как минимум не хуже, а как максимум имеет преимущество перед варфарином и при приеме непрерывно. Напоминаю, что принимая препарат во время процедуры непрерывно, мы, конечно же, существенно снижаем риск инсульта, что мы видим в этом исследовании. Здесь вообще не было ни одного инсульта, до этого даже в исследованиях на 200 пациентов все-таки 1-2 инсульта регистрировались. На этом я заканчиваю первую часть нашей сегодняшней школы и приступаю ко второй. Уважаемые коллеги, я не буду делать перерыв. Мы с вами идем дальше и будем говорить о фибрилляции предсердий у особых групп пациентов. Нас сегодня интересуют пожилые пациенты и пациенты с ишемической болезнью сердца. И, конечно же, клинические ситуации, которые с ними происходят. Возвращаясь к той стратегии, о которой я уже говорила, мы переходим к букве С, коррекции коморбидности и факторов риска при фибрилляции предсердий, поскольку глобально антикоагулянтную терапию и контроль симптоматики мы уже с вами разобрали.
фибрилляция предсердий и возраст пациента. То, что нас волнует и будет волновать все больше и больше, поскольку, повторяюсь, население мира стареет, и также мы надеемся, что стареет население и нашей страны. А возвращаясь к факторам риска кровотечений, о которых также я уже говорила, возраст у нас стоит на первом месте, и он, конечно же, никак не подлежит модификации. В шкале Hasbleed возраст дает нам 1 балл старше 65 лет, и появляется так называемая хрупкость, которой раньше не было в шкале Hasbleed. Мы прекрасно знаем, насколько хрупкость или старческая астения, этот термин, плотно вошел последние несколько лет в нашу жизнь, и ему придается все больше и большее значение, учитывая высокий риск любой терапии у этой категории пациентов. Ну, а то, что фибрилляция предсердий увеличивается с возрастом, я, наверное, пролесну, поскольку это, конечно же, для всех очевидно. Приведу клинический пример не самой тяжелой пациентки, а самой обычной. Пациентке 82 года, с фракцией выброса 30%. Она к нам обратилась, поскольку я работаю в отделе заболеваний миокарда и сердечной недостаточности. Ну а в анамнезе у нее приступы стенокардии, проведенная достаточно давно коронароангиография, где были выявлены пограничные стенозы, не требующие хирургического вмешательства, и пациентка постоянно и длительно принимала ацетилсалициловую кислоту. С 2017 года у нее было нарастание признаков сердечной недостаточности, снизилась толерантность к физической нагрузке, и была диагностирована фибрилляция предсердий практически с неизвестной давности. И по понятным причинам пациентке не была предложена стратегия контроля ритма, а была предложена стратегия контроля частоты. И она с фибрилляцией предсердий существовала более 2 лет до того, как обратилась к нам. И мы видим уже сердечную недостаточность со сниженной фракцией выброса, снижение индекса массы тела, который пока находится на грани нормы, и снижение скорости клубочковой фильтрации 37 мл в минуту, которая, конечно, в целом обусловлена в первую очередь возрастом, потому что у такой пациентки и при уровне креатинина 100 микромоль на литр мы тоже можем насчитать скорость клубочковой фильтрации по Cochrane-to-Gold 37. Но, собственно говоря, именно это нам и необходимо для назначения пероральных антикоагулянтов. А то, что пациентки с фибрилляцией предсердий, конечно же, в данном случае обязательно необходимо назначение антикоагулянтов, я думаю, ни у кого сомнений не вызывает. И, конечно же, мы должны отменить аспирин в данном случае. Мы прекрасно знаем, что у таких пациентов увеличивается риск как инсульта, так общей смертности и любых кровотечений, как больших кровотечений, так и внутричерепных. И мы видим, насколько большая разница между пациентом в возрасте 65 лет и пациентом, которому больше 75 лет. И даже по сравнению с тем пациентом, которому до 75 лет, наша пациентка 82 лет, мы видим статистически значимо, прогностически гораздо хуже по всем показателям. И здесь каждый год возраста усугубляет прогноз нашей пациентки. Если мы посмотрим разницу между глобально до 80 лет и более 80 лет, эта разница еще больше. И, соответственно, повышается в первую очередь риск тяжелых кровотечений в реальной клинической практике. Вспоминая исследование Аристотель, мы можем посмотреть, что же было в этом исследовании касательно разделения пациентов на возраст старше 75 лет и от 65 до 70. Мы видим, какая разница в целом в риске. Что же у нас было на фоне приема апиксабана? Мы видим, что препарат был также эффективен по сравнению с варфарином как у пациентов до 75 лет, так и у пациентов старше 75 лет касательно инсульта, тромбоэмболии и больших кровотечений. Получается, по эффективности и безопасности апиксабан в возрасте 75 лет нисколько не теряет своей как бы важности и своего преимущества по отношению к варфарину. Также обращаясь к большому исследованию реальной клинической практики, которое я уже показывала, у пациентов старше 65 лет, опять же, при разделении на группы до 65 лет и более 75 лет, мы видим, что в реальной клинической практике также апиксабан имеет существенное преимущество. И мы видим, что по профилактике инсульта он оказывается
даже значительно лучше варфарина именно у пациентов старше 75 лет. А, собственно говоря, эти позиции и отражает шкала Форта. Мы знаем, что шкала Форта с 2016 года, в которой присутствуют антикоагулянты, она отражает классы рекомендаций именно для пожилых пациентов, признавая, собственно говоря, важность этих пациентов в нашей клинической практике и признавая то, что для этих пациентов необходимы отдельные рекомендации. И вот такими рекомендациями есть рекомендации Форта, при которой класс А – это те препараты, которые рекомендуются для пожилых и, скажем так, совсем пожилых пациентов. И, соответственно, D – это те препараты, которые следует избегать у пожилых. И что касается антикоагулянтов, которые мы наиболее часто принимаем перорально, что мы видим? Еще с 2016 года и в обновленной классификации Форта 2019 года позиция апиксабана неизменна. Это класс А, и ни один другой пероральный антикоагулянт не имеет такого уровня рекомендаций именно для пожилых пациентов. Данный классификатор Форта, он доступен всем, как врачам, так и как кардиологам, так и, конечно же, врачам всех других специальностей. Ретроспективный анализ представляет интерес, который был выполнен у пациентов старше 65 лет при финансировании FDA. Соответственно, он может считаться независимым. Что мы видим? Здесь апиксабан представлен розовой линией. Что касается тромбоэмболического инсульта, мы видим, что, конечно же, все прямые пероральные антикоагулянты имеют преимущество перед варфарином. По внутричерепным кровотечениям имеет преимущество добегатран, следующий идет апиксабан. А если мы будем говорить о больших внечерепных кровотечениях и, конечно же, о желудочно-кишечных кровотечениях, то здесь мы видим однозначно именно по этим типам кровотечений в независимом клиническом исследовании апиксабан в реальной клинической практике имеет существенное статистически значимое преимущество. И мы с вами, все, кто постоянно занимается пациентами с фибрилляцией предсердий, прекрасно знаем, что если у нас есть риск желудочно-кишечного кровотечения или если мы его боимся, то, конечно же, апиксабан, он показывает наилучшие результаты у этих пациентов. Последнее время много придается значения когнитивным нарушениям. Мы видим, что когнитивные нарушения появились и в шкале немодифицируемых и модифицируемых факторов риска, чего, опять же, не было 4 года назад, поскольку количество людей с деменцией растет, и по прогнозам должно быть все больше и больше, опять же, с увеличением возраста. И интересным, конечно, является вопрос, как влияет антикоагулянтная терапия на когнитивные нарушения. И здесь можно привести метаанализ по частоте развития когнитивных нарушений. И мы видим, что большинство прямых пероральных антикоагулянтов способствуют снижению частоты когнитивных нарушений, вновь развившихся, которые были фиксированы в исследованиях. Ну, может быть, только за исключением вот исследования RELY, там не получено это преимущество. А в большинстве исследований мы видим, что антикоагулянтная терапия способствует снижению риска развития когнитивных нарушений. Ну и, конечно же, говоря о пожилых пациентах, нельзя не упомянуть хроническую болезнь почек, которая также сопровождает возрастные изменения наших пациентов. Мы прекрасно знаем, что наличие хронической болезни почек даже в нетерминальной стадии увеличивает все конечные точки, как инсульты, системные тромбоэмболии, кровотечения, инфаркт миокарда и, конечно же, смерть от любых причин. И здесь, применяя препараты, прямые пероральные антикоагулянты, соответственно, рекомендациям 2018 года, в которых подробно описано применение пероральных антикоагулянтов в зависимости от клиренса креатинина. Эти же рекомендации у нас вошли и в рекомендации 2020 года по фибрилляции предсердий. Мы прекрасно знаем, что до скорости клубочковой фильтрации, ну или клиренса креатинина 50, мы можем все применять антикоагулянты. А далее мы должны снижать дозу, если мы применяем ривароксабан и эдоксабан, который пока у нас не зарегистрирован, а апиксабан может применяться у пациентов до скорости клубочковой фильтрации 30 мл в минуту
в полной дозе. Тем самым эти пациенты получают тот же эффект в плане снижения риска инсульта, как и пациенты с более высоким клиренсом креатинина. И здесь, конечно, надо понимать, что снижение дозы для апиксабана нужно проводить у этой группы пациентов только в случае показаний в соответствии с инструкцией препарата. Ну а далее менее 30 мл в минуту, безусловно, и апиксабан, и ривароксабан, и эдоксабан должны назначаться в сниженной дозе, а добикотран у этих пациентов применяться не должен. Если суммировать группу пожилых и вот тот фактор возраста и хрупкости пациентов, то рекомендации 2020 года говорят нам обобщенно о том, что данные метаанализов и больших регистров, которых накопилось достаточное множество, подтверждают возможность применения оральных антикоагулянтов в этой возрастной группе. Антиагреганты не более эффективны и безопасны, чем варфарин, и могут нанести вред. Поэтому, конечно же, не надо думать, что пожилому пациенту, назначив аспирин, вы делаете добро. Конечно же, нет. И прямые пероральные антикоагулянты имеют лучший профиль соотношения риска и безопасности по сравнению с варфарином. Тем самым ставится точка о том, что, конечно же, у пожилых пациентов прямые пероральные антикоагулянты имеют преимущество и должны быть назначены в первую очередь. Еще выпущенные ранее рекомендации, согласительные рекомендации по приему пероральных антикоагулянтов нам уже достаточно давно говорят о том, что для пациентов с стабильной третьей стадии хронической болезни почек первым выбором является апиксабан в дозе 5 мг два раза, либо снижение согласно инструкции. Вторым выбором является добикотран 110 мг два раза. Повторяю, это сниженная доза. Ну и в целом у пациентов старше 75 лет, к которым относится и наша пациентка, о которой мы говорили в самом начале, апиксабан в дозе 5 мг, согласно согласительным документам, два раза в день при снижении, при наличии двух критериев из трех, имеет преимущество. Далее следует препарат добикотран в сниженной дозе, ну и затем ривароксабан и эдоксабан. Ишемическая болезнь сердца. Второй момент, который в качестве коморбидных состояний при фибрилляции предсердий мы сегодня обсудим. Безусловно, коморбидных состояний очень много, но поскольку нельзя объять необъятное и за такое короткое время обсудить все, конечно же, хочется обсудить наиболее важные. И что может быть важнее ишемической болезни сердца, самого частого заболевания. И наша пациентка, о которой я уже говорила, с ней через какое-то время приема антикоагулянтов на фоне психоэмоционального стресса возникли резкие боли за грудиной. Она вызывает скорую помощь и экстренно госпитализируется в региональный сосудистый центр. На ЭКГ депрессия сегмента СТ. Мы имеем инфаркт миокарда без подъема сегмента СТ. Ангиографическую картину вы видите после открытия артерий. Нет вопросов к лечению хирургическому острого коронарного синдрома без подъема сегмента СТ. У пациентки был высокий риск, ей была проведена ангиография и чрезкожное коронарное вмешательство. Все пока понятно. Что же дальше? Мы прекрасно знаем, что у пациентов с инфарктом миокарда, с ишемической болезнью сердца, наличие фибрилляции предсердий увеличивает все, как сердечно-сосудистые осложнения в плане инфаркта и с подъемом, и без подъема сегмента СТ, смертность, ишемический инсульт и сам по себе инфаркт миокарда. И здесь возникает вопрос, какую антитромботическую терапию мы нашей пациентке назначаем. У нас есть все факторы, необходимые для комплексной антитромботической терапии. У нас и возраст большой, и риск кровотечений достаточный, и ишемическая болезнь сердца, и инфаркт миокарда, и стентирование, которое произошло у пациентки, которое требует двойной антитромбоцитарной терапии. Что же мы будем с ней делать? Что нам говорят рекомендации? Когда мы проводим коронарное вмешательство у пациентов с фибрилляцией предсердий, которые уже находятся на терапии прямыми пероральными антикоагулянтами, в момент при
у нас есть инфаркт миокарда без подъема сегмента СТ у нашей пациентки. Ну, собственно говоря, мы всегда в момент острой ситуации мы прерываем и назначаем нагрузочную дозу аспирина и ингибитор P2Y12. После приема последней дозы мы можем назначать прямые антикоагулянты, а можем продолжать терапию, соответственно, прямыми пероральными антикоагулянтами. Когда мы провели чрезкожное коронарное вмешательство? Рекомендации по двойной антитромбоцитарной терапии уже с 2017 года оставляют нам возможность в случае высокого риска кровотечений назначения сразу двойной терапии клопидогреля и орального антикоагулянта. Напомню, это появилось в 2017 году в рекомендациях по двойной антитромбоцитарной терапии. На основании чего это появилось? К этому моменту у нас было только исследование Пионер, в котором изучался ривароксабан у пациентов с острым коронарным синдромом. Сложный дизайн исследования, он изучался здесь в дозах 2,5 мг два раза, затем 15 мг один раз в день, в тех дозах, которые в рутинной практике не применяются для профилактики инсульта при фибрилляции предсердий. И, соответственно, сравнивался с терапией ривароксабаном 15 мг и одним антиагрегантом, и сравнивался с терапией варфарином и двойной терапией или с низкой дозой ацетилсалициловой кислоты. Несмотря на сложность дизайна, все равно в этом исследовании был получен самое главное, о чем нам говорит это исследование, что в любом случае применение тройной терапии с варфарином будет хуже по сравнению с терапией, в частности, вот ривароксабаном, даже в таких дозах, как 2,5 мг два раза в день, 15 мг один раз в день плюс антиагреганты, 2,5 мг плюс двойная терапия. И, конечно же, оно показало, что тройная терапия с варфарином, она теряет свои преимущества в первую очередь по факту увеличения кровотечений. Ну, а что касается эффективности, то в этом исследовании эффективность была одинаковая в плане смерти от всех причин, инфаркта миокарда и инсульта. Далее, уже после выхода рекомендаций 2017 года, были получены данные исследование Redual PCI с добикатраном, которым сравнивался добикатран в дозе 150 и 110 мг два раза с применением одного ингибитора P2Y12 без аспирина и варфарин в тройной терапии. И надо сказать, что в этом исследовании получена существенная разница в пользу более лучшего профиля эффективности и безопасности двойной терапии как с добикатраном 150 мг, так и с добикатраном 110 мг. И, соответственно, время до смерти и тромбоэмболического события оказалось по сравнению с тройной терапией и варфарином существенно лучше, ну, больше у добикатрана, и по сравнению, по комбинированным вероятность событий оказался добикатран, двойная терапия с добикатраном не хуже тройной терапии с варфарином. Ну и, конечно же, исследование Августус, которое вышло в 2019 году, которое было спланировано, в задачи этого исследования входило не только доказать возможность применения апиксабана в двойной терапии, но и, конечно же, ненужность, так скажем, применения и решения вопроса о необходимости применения ацетилсалициловой кислоты у пациентов с ишемической болезнью сердца и чрезкожным коронарным вмешательством. И мы знаем, что в открытом исследовании назначался либо апиксабан, либо варфарин, и в двойном слепом пациентам назначался аспирин или плацебо. Первичной конечной точкой был первый эпизод большого или клинически значимого небольшого кровотечения, и вторичной точкой было наступление комбинированной точки, общая смертность и общая госпитализация. Ну и, соответственно, учитывался инсульт, инфаркт миокарда, тромбоз стента и экстренная госпитализация. Я думаю, все, конечно, знают, что апиксабан оказался не только не хуже, да, у нас статистически значимо получилось, как гипотеза не хуже, так и статистически значимо получилось превосходство применения апиксабана по сравнению с варфарином. И то же самое продемонстрировало по безопасности плацебо по сравнению с аспирином. Безусловно, оно оказалось
лучше, чем аспирин. Если говорить это по безопасности, а по смерти и госпитализации, мы видим, что апиксабан оказался не хуже, чем варфарин по снижению смерти и госпитализации. И аспирин и плацебо по конечным точкам смерти и госпитализации оказался сопоставимы друг с другом. Соответственно, все мы прекрасно понимаем, что главным результатом является по первичной конечной точке преимущество терапии апиксабана с одним ингибитором P2Y12 и плацебо вместо аспирина, то есть апиксабан в двойной терапии является самым эффективным в плане кровотечений. И по смерти от всех причин плюс госпитализация все оказалось сопоставимо, соответственно, учитывая перевес в сторону безопасности, именно эта терапия будет наиболее эффективной у большинства пациентов с ишемической болезнью сердца. Если говорить о главных результатах исследования Августус, то это 31% снижения при применении апиксабана по сравнению с варфарином больших кровотечений и на 80% ниже риск кровотечений, если мы не будем добавлять аспирин. 17% преимущество применения апиксабана по сравнению с варфарином по смерти и госпитализации. И отсутствие разницы в инсультах, конечно же, говорит нам, опять же, в сторону того, что уже с 2017 года гипотеза о возможности двойной терапии после чрезкожного коронарного вмешательства, конечно же, была оправдана, и мы получили все больше и больше ее доказательств и четкую позицию апиксабана. Надо сказать, что у всех исследований по этому поводу были различия, и только исследование Августус нам говорит и о пациентах с острым коронарным синдромом, которым проводилось консервативное лечение, не только проведенное чрезкожное коронарное вмешательство, что дает нам большие возможности в целом применения апиксабана при ишемической болезни сердца. Если мы посмотрим различия в дизайне, то в исследовании Pioneer и Redual PCI включались пациенты только после планового ЧКВ, а в исследовании Августа включались и плановое чрезкожное коронарное вмешательство, и острый коронарный синдром, и чрезкожное коронарное вмешательство, и острый коронарный синдром с консервативным лечением. Собственно говоря, в рекомендациях 2020 года мы можем увидеть позиции для антитромботической терапии у пациентов с фибрилляцией предсердия, у которых есть показания к двойной антитромботической терапии. Соответственно, если мы видим, что прямые пероральные антикоагулянты, как и по другим позициям, имеют несомненное преимущество перед антагонистами витамина К. И если говорить о выборе препарата, то ривароксабан рекомендуется в дозе 15 мг один раз в день, а добегатран рекомендуется в дозе 110 мг. То есть эти препараты рекомендуются в сниженной дозе. И только апиксабан рекомендуется в обычной стандартной дозе, которая оказывает наибольшую эффективность профилактики инсульта. Собственно говоря, для чего мы эти препараты и назначаем. Это касательно фибрилляции предсердий и чрезкожного коронарного вмешательства при ишемической болезни сердца. Обращаю ваше внимание на схему, которая появилась для лечения пациентов с острым коронарным синдромом и чрезкожным коронарным вмешательством, у которых есть фибрилляция предсердий, в рекомендациях 2020 года европейских. Мы видим, здесь все детально описано подробно. У пациентов, которые принимали оральный антикоагулянт до развития острого коронарного синдрома, у нас появилось четкое описание, что мы можем отменить аспирин уже через неделю нашего лечения. Собственно говоря, часто это происходит при выписке. То есть рекомендации дают нам четкую возможность применения аспирина только во время госпитализации. Очень часто в клинической практике встает вопрос, а когда его отменить? Понятно, что мы назначаем аспирин во время чрезкожного коронарного вмешательства, но дальше нам нужны какие-то дополнительные факторы,
обоснование, почему мы проводим двойную терапию или тройную, так вот рекомендации нам дают возможность отменить аспирин уже через неделю, если мы считаем нужным при оценке риска кровотечений. Конечно, эта позиция появилась в рекомендациях только после исследования Августуса. Именно исследование Августуса дало необходимые знания для того, чтобы четко определить возможности применения двойной и тройной терапии у пациентов с чрезкожным коронарным вмешательством, острым коронарным синдромом и фибрилляцией предсердий. А пациентам, которым проводится тромболизис, что достаточно актуально для нашей страны, мы можем также с полученными доказательствами в исследовании Августус в рекомендациях 2020 года назначать двойную терапию. Ну, по понятным причинам до 12 месяцев мы можем ее отменять и через 6 месяцев. И, соответственно, у нас есть описание для планового чрезкожного коронарного вмешательства, и также здесь у нас прописано назначение ингибитора P2V12, которое, конечно, предпочтительно является клопидогрей. Какие же факторы мы должны учитывать, назначая пациенту двойную или тройную терапию? Конечно, это факторы риска тромбоза, которые должны в нашей клинической практике привести нас к усилению антитромботической терапии. Это сахарный диабет, предшествующий острый коронарный синдром, то есть повторный инфаркт миокарда, многососудистое поражение, сопутствующие заболевания периферических артерий, раннее начало ишемической болезни сердца, ранее 45 лет. Надо сказать, что этот фактор впервые появился в рекомендациях. В предыдущих рекомендациях такого фактора не звучало раньше. Или быстрое развитие поражения. Хроническая болезнь почек, тяжелая клиническая картина острого коронарного синдрома, многососудистое стентирование, сложная реваскуляризация, предшествующий тромбоз и факторы риска, связанные с вмешательством во время вмешательства. С другой стороны, факторы риска кровотечения, которые мы также должны учитывать как раз для того, чтобы отменить вовремя препарат аспирин у наших пациентов или прекратить двойную терапию в течение 6 месяцев после проведенного вмешательства. Артериальная гипертония является фактором риска, нарушение функции печени и почек, которые являются как фактором риска инсульта, так и фактором риска кровотечения, в анамнезе инсульты, геморрагии и снижение уровня гемоглобина менее 110 грамм на литр. Четко прописывается цифра как фактор риска. Это не значит, что мы не должны назначать при более низком уровне гемоглобина антикоагулянты. Нет, это является дополнительным фактором риска для пересмотра комбинации антитромботической терапии с возможной отменой аспирина или ингибитора P2V12. Лобильное МНО при приеме антагонистов витамина К, пожилой возраст, о возрасте мы уже достаточно поговорили, и сопутствующий прием препаратов, нестероидные противовоспалительные и, конечно же, злоупотребление алкоголем. Какие же стратегии предотвращения кровотечений? Это применение радиального доступа, назначение ингибиторов протоновой помпы всем пациентам, которые находятся на двойной терапии, не вводить аспирин пациентам, у которых, гепарин, тем пациентам, у которых МНО больше 2,5, ингибиторы гликопротеина 2B3А только в качестве терапии спасения и при осложненном чрезкожном коронарном вмешательстве, и, конечно же, стремиться снизить длительность комбинирования антитромботической терапии, то есть при наличии факторов риска кровотечений мы должны пытаться снизить ее длительность. То же самое мы можем найти в рекомендациях 2020 года по лечению пациентов с инфарктом миокарда без подъема сегмента СТ, которые вышли в этом году, а у нашей пациентки, напомню, инфаркт миокарда без подъема сегмента СТ, и мы видим, что в случае высокого риска кровотечений мы можем через 6 месяцев отменить двойную терапию и оставить только прямой пероральный антикоагулянт, что и было сделано у нашей пациентки 82 лет. Через 6 месяцев она осталась у нас на приеме одного апиксабана. Ну, а через 12 месяцев, конечно же, все пациенты с острым инфарктом миокарда без подъема сегмента СТ переходят на терапию прямыми пероральными антикоагулянтами длительно. И здесь, конечно, важна безопасность данных препаратов. Спасибо за то, что прослушали вторую часть нашей школы, и мы будем переходить к третьей части.
Сейчас, минуту. Еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы закончили с фибрилляцией предсердий и продолжаем касательно венозных тромбоэмболических осложнений. Вторая часть нашей школы будет... Третья и четвертая, скажем так, части будут посвящены венозным тромбоэмболическим осложнениям. Документы, которые у нас есть касательно ситуации с венозными тромбоэмболическими осложнениями. Это рекомендации 2019 года по диагностике и лечению острой тромбоэмболии легочной артерии, которые, безусловно, являются крайне важными в нашей клинической практике. Рекомендации ЧЕСТ 2016 года, а российские рекомендации пока не обновлены, и действуют те рекомендации 2015 года, которые были опубликованы в журнале «Флебология». Но, тем не менее, они у нас есть, и мы по ним должны работать. Конечно, мы в своей работе всегда учитываем европейские рекомендации Европейского общества кардиологов, поскольку российское кардиологическое общество является неотъемлемой частью Европейского кардиологического общества. Ну, вспоминая, конечно, важность венозных тромбозов, никогда нельзя обойти патофизиологию венозных тромбоэмболических осложнений и те факторы, которые лежат в ее основе. Это венозный тромбоз, это триада Вирхова, которая состоит из застоя крови, гиперкоагуляции и повреждения сосуда, повреждения эндотелия, либо механическое, либо какое другое. И факторы, которые приводят к развитию венозных тромбоэмболических осложнений, это венозные тромбозы, в анамнезе хроническая сердечная недостаточность, ожирение, которые приводят как к застойным явлениям, так и к гиперкоагуляции. Конечно же, различные травмы, инфекции, длительная мобилизация и так далее. Сам по себе термин венозная тромбоэмболия, конечно же, объединяет в себе тромбоз глубоких вен и тромбоэмболию легочной артерии. Очень часто эти два понятия объединяются в одно, и это правильно, поскольку лечение во многом, особенно длительное, одинаковое, и, конечно же, оно должно рассматриваться как неотъемлемая часть тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии, даже в случае, если мы не находим подтверждение тромбоза глубоких вен. Конечно же, венозные тромбоэмболии ассоциируются со значительной заболеваемостью и смертностью. Большой процент пациентов умирает у нас, конечно же, от тромбоэмболии легочной артерии. То, что происходит в реальной клинической практике, количество смертей от тромбоэмболии легочной артерии, в нашей стране оценить достаточно сложно, поэтому мы оперируем данными Соединенных Штатов Америки, и мы видим, что у пациентов с тромбоэмболией с клинической симптоматикой 10% умирает в течение часа, 36% умирает в течение суток и 48% в течение 3 месяцев. Это цифры, конечно, огромные. Мы можем только предполагать примерно, в частности, мы проводили исследования, но достаточно уже давно, по тромбоэмболии легочной артерии как причине смерти, они уже сейчас устарели, но провести такие исследования достаточно сложно, потому что очень часто пациенты, умершие от тромбоэмболии, идут статистические данные совершенно с другими диагнозами, как правило, с основным диагнозом, и он редко бывает связанным с тромбоэмболией. Как правило, это ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярная болезнь сердца и так далее. А непосредственной причиной смерти является тромбоэмболия легочной артерии. По нашим данным, примерно 1/3 пациентов в скоропомощных стационарах все-таки умирает от тромбоэмболии. Но, к сожалению, статистикой это не всегда учитывается. По структуре венозных тромбоэмболий более половины тромбоэмболий составляют именно бессимптомные тромбозы. И, конечно же, это еще больше увеличивает риск смерти. Нераспознанные вовремя тромбозы приводят к тромбоэмболии легочной артерии, которая может стать фатальной и может не всегда быть выставлена в последующем патологоанатомический диагноз. Конечно же, все те факторы, которые являются составными частями триады Вирхова, повреждение эндотелия, нарушение циркуляции и гиперкоагуляции, все они ложатся в основу предрасполагающих факторов
тромбоэмболии легочной артерии. Опять же, если ссылаться на американские данные, у каких больных чаще происходит тромбоэмболия, тромбовенозные тромбоэмболические осложнения? Принято так считать, что хирургические больные подвержены тромбозом глубоких вен, но мы видим, что терапевтические больные, а если брать больных с хронической сердечной недостаточностью, то частота развития тромбоэмболии у этих категорий больных приближается к пациентам с инсультами. Конечно, максимально у тяжело больных и пациентов, у которых есть травмы спинного мозга, но и терапевтические больные, надо сказать, вносят свой огромный вклад, а учитывая то, что их количество гораздо больше, чем пациентов с повреждениями спинного мозга, то частота тромбоэмболии увеличивается. Это данные из рекомендаций 2019 года по ежегодному уровню распространенности тромбоэмболии легочной артерии. Мы видим, что по сравнению с концом прошлого века он увеличивается как в Италии, в Испании, в Австралии и в Соединенных Штатах Америки. То есть количество выявленных тромбоэмболий легочной артерии растет. Но при этом, если мы посмотрим количество смертей госпитализированных пациентов, мы видим, как оно резко снижается, опять же, с конца прошлого века до 2013 года. В Италии, в Испании, Соединенных Штатах Америки и в Китае. О чем это говорит? Конечно же, о том, что у нас улучшаются методы диагностики тромбоэмболических осложнений и улучшается качество лечения венозных тромбоэмболических осложнений. Это не может не радовать, но количество случаев выявляемости ставит перед нами проблему лечения этих состояний, проблему профилактики и профилактики, конечно же, рецидивов. Основные факторы риска. Это факторы риска из российских рекомендаций. Собственно говоря, они похожи на факторы риска из европейских рекомендаций. Инсульт. Мы видим, что стоит на первом месте, паралич верхних и нижних конечностей, выраженная сердечная недостаточность, 3-4 класс, как самое распространенное и тяжелое терапевтическое заболевание, конечно же, является крайне важным фактором риска венозных тромбоэмболических осложнений. Тяжелые заболевания легких, сепсис, инфекции, злокачественные новообразования, о которых мы обязательно поговорим, возраст, опять же, применение эстрогенов. Надо сказать, что мы наблюдаем, как часто применение эстрогенов все-таки способствует развитию венозных тромбоэмболических осложнений, об этом необходимо помнить. Воспалительные заболевания толстого кишечника, нефротический синдром, миелопролиферативные заболевания, ожирение. Конечно же, важнейшим фактором является венозные тромбоэмболии или венозные тромбоэмболические любые осложнения в анамнезе. Это то, что в первую очередь мы должны учитывать. Наличие катетера в центральной вене и беременность, и послеродовый период. Что интересно, что в рекомендациях 2019 года появился такой фактор высокого риска, да, когда у нас отношение риска раз увеличивается риск тромбоэмболии легочной артерии, а по сравнению с предыдущими рекомендациями, это госпитализация по поводу сердечной недостаточности или фибрилляции предсердий. Ранее фибрилляция предсердий не фигурировала среди факторов риска венозных тромбоэмболических осложнений. В связи с этим, безусловно, интересным и важным является то, что мы с вами до этого обсудили фибрилляцию предсердий. Обращаю ваше внимание, что этот фактор появился в рекомендациях 2019 года впервые. Ну и еще раз хочу обратить внимание, насколько часто в терапевтической практике встречаются у нас венозные тромбоэмболические осложнения. Более 40% по сравнению с другими специальностями. И в 4 раза чаще по сравнению с онкологией. Достаточно старые данные, но более новых у нас нет. Регистров по частоте эффективной профилактики. Мы видим, что в мире профилактика осуществляется гораздо лучше и чаще, чем в Российской Федерации. Ну и, соответственно, у терапевтических больных еще реже, чем хотелось бы. Поэтому, конечно же, отсутствие профилактики, в том числе вторичной профилактики, приводит к высокому росту числа тромбоэмболических осложнений. Если говорить о лечении, если у нас тромбоэмболические осложнения уже произошли, мы прекрасно знаем,
что в лечении тромбоэмболии легочной артерии основой этого лечения есть антикоагулянты. Мы не будем сегодня останавливаться на тромболитической терапии, поскольку это отдельная тема и времени у нас нет на это, но антикоагулянты, безусловно, являющиеся основой лечения тромбоэмболии легочной артерии, заслуживают внимания. И если начата терапия парентеральными антикоагулянтами, большинству пациентов рекомендованы низкомолекулярные гепарины и фондопаринукс. Если мы начали терапию пероральными антикоагулянтами, то прямые пероральные антикоагулянты рекомендуются в качестве первой линии. Напомню, что, конечно же, все начиналось с варфарина, и варфарин был первым антикоагулянтом, который пришел на смену постоянной терапии парентеральными препаратами, но в настоящее время они являются предпочтительными, чем перед антагонистами витамина К для лечения тромбоэмболии легочной артерии, если мы выбрали лечение препаратами таблетирования. Класс доказательности 1, уровень доказательности А. Опять же, по поводу лечения тромбоэмболии легочной артерии, у нас есть два подхода, о которых я уже сказала, они были и остаются. Начало лечения с применением парентерального препарата с последующим переходом на пероральный и лечение одним и тем же пероральным препаратом с первого дня в высокой дозе с последующим снижением для поддерживающего лечения. Были проведены исследования с прямыми пероральными антикоагулянтами. В острой фазе, если начиналось лечение с парентерального препарата, то применяется низкомолекулярные гепарины и фондопаринукс, а дальше длительное лечение применяются, конечно же, и добегадран, и апиксабан, и ривароксабан. И исследования, которые по этому поводу проводились. С апиксабаном это было исследование Amplify, в котором участвовало более 5000 пациентов, два исследования с ривароксабаном Эйнштейн по поводу тромбоза глубоких вен и отдельно по поводу тромбоэмболии, и два исследования с добегадраном Recover 1 и 2. Надо сказать, что длительность этих исследований составляла от 3 до 12 месяцев, и главная гипотеза о том, что они не хуже, она оправдала себя во всех трех исследованиях. И именно поэтому все эти препараты применяются как предпочтительные, поскольку крупные кровотечения были лучше, в частности, на апиксабане и ривароксабане. Крупные клинически значимые, некрупные кровотечения лучше были результаты у апиксабана и добегатрана. Исследование Amplify, на котором я хочу остановиться, двойное слепое исследование с гипотезой не меньшей эффективности по сравнению с активным контролем в течение 6 месяцев. 5400 пациентов было рандомизировано, пациенты с тромбозами глубоких вен или тромбоэмболии легочной артерии, требующих лечения как минимум 6 месяцев. Сравнивался апиксабан в дозе 10 мг в течение 7 дней и два раза, и в дальнейшем 5 мг с 8 дня два раза у пациентов до окончания лечения с эноксапарином, с дальнейшим переходом на варфарин. Основные конечные точки эффективности и безопасности. Первичная конечная точка – это гипотеза не меньшей эффективности, и вторичные точки – это проверяемые гипотезы превосходства, если будут достигнуты первичные конечные точки, комбинированные точки и большое кровотечение. Что же мы видим получилось? Первый рецидив или смерть у нас оказался не менее эффективен апиксабан по сравнению с переходом с эноксапарином, с переходом на варфарин. То же самое оказалось по другим точкам эффективности. Апиксабан был также эффективен как стандартная терапия в предотвращении рецидива венозной тромбоэмболии и смерти. Мы видим, что кривые идут параллельно, и разница в пользу апиксабана, я прошу прощения, почему-то слайды переключаются самостоятельно. Конечная точка безопасности по типу кровотечения. Мы видим по большим кровотечениям, по большей безопасности апиксабан имел существенные преимущества. Я прошу организацию, почему-то у меня слайды переключаются автоматически. Сейчас я попробую. На 69% был лучше апиксабан по снижению риска больших кровотечений по сравнению со стандартной терапией.
А в исследовании, в субанализе по оценке частоты госпитализации, все случаи госпитализации, снижение всех случаев госпитализации по сравнению с варфарином. А мы знаем, насколько госпитализация влияет в целом на прогноз наших пациентов. И надо сказать, что если мы посмотрим субанализ, метаанализ регистрационных исследований третьей фазы, то все прямые пероральные антикоагулянты, ну, в основном в большей степени апиксабан и ривероксабан, демонстрируют, и эдоксабан, который пока у нас не зарегистрирован, демонстрирует преимущество по сравнению с варфарином. Исследования несколько отличались по дизайну. Апиксабана было двойное слепое исследование, с ривероксабаном были открытые исследования, добигатраном были также двойные слепые. И если брать глобальные результаты, то по большим кровотечениям и большим и клинически значимым кровотечениям апиксабан существенно имел преимущество по сравнению с варфарином, ривероксабан имел преимущество по большим кровотечениям, а добигатран отдельно по клинически значимым небольшим кровотечениям. По всем видам кровотечения больше всего процент снижения наблюдался у апиксабана по сравнению с другими пероральными антикоагулянтами. Важнейшим является схема назначения препаратов. Она, конечно, связана с тем, как препараты назначались в клинических исследованиях. Если мы говорим о варфарине, то стандартной методикой являются парентеральные антикоагулянты как минимум 5 суток до достижения МНО от 2 до 3. Добигатран назначается на 5 суток парентеральные препараты и затем в дозе 152 раза. Апиксабан мы можем назначать сразу в дозе 10 мг 2 раза на 7 суток и через 7 суток переходить на обычную дозу 5 мг 2 раза. Если мы назначаем пациентам ривероксабан, то в дозе 15 мг 2 раза, в высокой дозе, он принимается 21 день, а затем нужно переводить пациента на дозу 20 мг 1 раз. Надо сказать, что в этом плане, конечно, применение апиксабана удобнее, поскольку 7 суток, как правило, пациент проводит в стационаре и выписывается уже с дозой 5 мг 2 раза. Выписываясь на дозах больших, возникает всегда вопрос, когда ему менять дозу, и тогда он, конечно же, сам пациент этого не должен делать, это должен делать врач, либо давать четкие рекомендации. Поэтому, безусловно, с точки зрения удобства, здесь, конечно, есть у нас преимущество. Ну и онкологические ситуации о тромбоэмболии у онкологического пациента. Этот важный вопрос, который сейчас всех волнует в связи с тем, что, конечно же, и онкологических пациентов у нас в настоящее время появляется все больше и больше, все более успешное онкологическое лечение. И возникает вопрос, чтобы наши пациенты онкологические не умерли от других заболеваний и, конечно же, от кровотечений и от тромбоэмболических осложнений. Конечно, триада Вирхова работает и при онкологических заболеваниях тоже. И точно так же замедляется кровоток еще больше, увеличивается вязкость крови, увеличивается гиперкоагуляция и повреждаются сосуды. Безусловно, у пациентов с онкологическими заболеваниями риск венозных тромбозов значительно выше. Он, конечно, зависит и от того, какой рак имеется у нашего пациента, какой вид опухоли. Есть различные данные, в частности, вот такие, что очень много у нас при поджелудочной железе, желудке, раки легкого, по разным наблюдениям. Но мы знаем, что при всех онкологических заболеваниях, конечно же, риск развития тромбоэмболических осложнений, он возрастает. Более высокий риск по сравнению с общей популяцией также касается и применения противоопухолевых препаратов, которые повышают риск тромбоэмболических осложнений. Высочайший риск кровотечения у этих больных даже в отсутствии приема антикоагулянтов исходный и, конечно же, сопутствующие госпитализации и лечебные манипуляции. Хирургическая, лучевая терапия и химиотерапия – все это способствует тяжести этих пациентов с точки зрения тромбоэмболии, кровотечения и сложности в терапии таких пациентов.
Факторы риска связаны как с самим пациентом, так с опухолью, так и, конечно же, с установками катетеров, с переливаниями различных препаратов, эритромассы и так далее. И во всей этой сумме факторов у нас присутствует врач, который иногда в растерянности. Как избежать смерти пациента от кровотечения или от инсульта и при этом лечить онкологическое основное заболевание? Есть тромбозы, которые чаще встречаются по некоторым данным, вот лимфома, поджелудочная железа, опять же, повторюсь, головной мозг и яичники способствуют высокой частоте тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии. И, конечно, у этих пациентов должна быть еще большая настороженность врача. По Харана оценка по локализации рака выше всего стоит желудок и поджелудочная железа, которая дает нам 2 балла, ну и все остальные факторы, и тромбоциты, увеличение уровня тромбоцитов, лейкоцитов, снижение уровня гемоглобина. Этот подсчет, конечно, нам дает возможность оценить риск венозных тромбоэмболических осложнений, но, как правило, он, конечно же, высокий. И высок риск фатального кровотечения. Тех кровотечений, которые приводят к смерти пациента. В сравнении с неонкологическими больными, конечно, более чем в 3 раза превышает риск кровотечений. Наличие массивного опухолевого конгломерата любой локализации с распадом, опухоли центральной нервной системы, головы и шеи способствуют кровотечениям, в том числе фатальным кровотечениям, высокая вероятность массивной интраоперационной кровопотери и сами по себе коагулопатии с состоянием гипокоагуляции. Но это мы пропустим. Безусловно, если сравнивать пациентов онкологических с неонкологическими, они всегда будут показывать более высокий риск, вне зависимости от того, какие препараты принимаем. Но мы видим, что в целом, если сравнивать по данным реальной практики, вот апиксабан, ревроксабан, низкомолекулярные гепарины и антагонисты витамина К, мы видим, что, конечно же, у пациентов с онкологическими заболеваниями выше, но в целом при назначении апиксабана меньше частота кровотечений по сравнению с некоторыми препаратами даже у неонкологических пациентов. Что же говорят нам рекомендации 2019 года по лечению венозных тромбоэмболических осложнений? Пациентам с тромбоэмболией и раком следует рассматривать низкомолекулярные гепарины с дозировкой по весу в течение первых 6 месяцев с переходом на антагонисты витамина К. Фигурирует у нас в рекомендациях эдоксабан как альтернатива низкомолекулярным гепаринам у пациентов без онкологии желудочно-кишечного тракта, поскольку именно у этих пациентов чаще приводили к фатальным кровотечением прямые пероральные антикоагулянты, и ревроксабан следует также рассматривать как альтернативу. И класс 2А рекомендаций. Для пациентов с тромбоэмболией легочной артерии и раком длительная антикоагулянтная терапия должна рассматриваться в течение неопределенного периода времени до излечения рака. Фигурирующие в рекомендациях эдоксабан и ревроксабан находятся там, потому что исследования с этими препаратами к моменту выхода рекомендаций уже были завершены. Это были исследования Хокусай ВТЕ и Selected D с эдоксабаном и ревроксабаном. Позже были опубликованы исследования с апиксабаном и, конечно, исследование Караваджо, которое вышло только недавно, уже после рекомендаций, на котором я хочу остановить ваше внимание, которое, безусловно, при изменении рекомендаций, безусловно, войдет апиксабан, потому что данные этого исследования будут получены и опубликованы в 2020 году по применению апиксабана для лечения венозной тромбоэмболии у онкологических пациентов. Понятно, зачем было проведено это исследование, поскольку необходимо определиться с возможностью применения препарата у онкологических пациентов. Общая информация по исследованию – это международная рандомизированная
открытое исследование, гипотезы, что апиксабан не уступает дельтепарину, который является низкомолекулярным гепарином и золотым стандартом по наступлению первичной конечной точки. А первичная конечная точка эффективности – это объективно подтвержденный рецидив венозной тромбоэмболии, и по безопасности это большое кровотечение. Продолжительность лечения – 6 месяцев. А в дизайне исследования мы видим назначение апиксабана в дозе 10 мг 2 раза в день до 7 дня, а затем, как при лечении тромбоэмболии легочной артерии, 5 мг 2 раза в день на 6 месяцев по сравнению со стандартной терапией дельтепарином, который, как мы помним, я не остановилась на этом моменте, но я уверена, что все знают, что дельтепарин, он имеет преимущество перед варфарином по лечению у онкологических пациентов, тромбозов глубоких вен и тромбоэмболии по вторичной профилактике в том числе. Виды опухолей, которые включались в исследование, мы видим, что достаточно много разнообразных опухолей. Верхний отдел желудочно-кишечного тракта включались, опухоли поджелудочной железы и желчевыводящих путей, и в том числе и гемобластозы. Ну и что же мы видим по результатам? Мы видим, что статистически значимые расхождения кривых для гипотезы не хуже, и немного недостигнутая для статистически значимой гипотезы о превосходстве апиксабана перед дельтепарином у пациентов с онкологическими заболеваниями. Мы видим, что немного не хватило до статистической значимости по поводу превосходство. Но мы видим, что по количеству рецидивов значительно меньше рецидивов при применении апиксабана по сравнению с дельтепарином. Как по тромбозам глубоких вен, так и по тромбоэмболии легочной артерии. По вторичным точкам безопасности. По большим кровотечениям апиксабан оказался сравним с дельтепарином. Мы видим, что одинаковое число больших кровотечений было на обоих препаратах. По кровотечениям из желудочно-кишечного тракта, то, что нас больше всего волнует у онкологических пациентов, то, чего было много у пациентов в предыдущих исследованиях, мы видим, что кровотечение из верхних отделов и из нижних отделов по сравнению с дельтепарином статистически значимо не различались. Мы видим одинаковое количество. Как и во многих предыдущих исследованиях, апиксабан показывает отсутствие тенденции к увеличению желудочно-кишечных кровотечений. Ну, это, скажем, то, о чем мы всегда помним, применяя апиксабан. И, собственно говоря, исследование Караваджо, которое вот только что было опубликовано, оно нам это в очередной раз подтверждает. Интересным является проанализирован период, свободный от событий. Отсутствие событий определялось как отсутствие рецидива венозной тромбоэмболии, большого кровотечения и смерти. И мы видим, что апиксабан ни в коей мере не уступал дельтепарину. От чего же умерли пациенты? Мы видим, что самый большой процент смерти от самого онкологического заболевания. По две смерти от кровотечений – это, конечно, очень мало и очень хорошо, что антикоагулянты не способствуют смерти у наших онкологических больных. Ну и сами венозные тромбоэмболические осложнения – также это совершенно небольшой процент, по 4 случая. Конечно же, говорит о том, что, безусловно, антикоагулянты – это есть основа, одна из важнейших составляющих лечения онкологического пациента, и апиксабан ни в коей мере не уступает прямым пероральным антикоагулянтам, прошу прощения, парентеральным антикоагулянтам, в частности, низкомолекулярному дельтепарину. Результаты исследования Караваджо расширяют долю онкологических пациентов с тромбозом, которые могут получать лечение пероральными антикоагулянтами, включая пациентов с раком желудочно-кишечного тракта, учитывая низкий процент желудочно-кишечных кровотечений. Ну и завершая часть, касающуюся лечения венозных тромбоэмболических осложнений и онкологических пациентов, хочу привести рекомендации NICE по венозным тромбоэмболическим осложнениям, которые говорят о том, что все-таки прямые пероральные антикоагулянты идут как первый выбор у онкологических пациентов. Мы знаем, что буквально вчера-позавчера вышли исследования гематологические, которые, собственно говоря, повторяют рекомендации европейские
И пока что я не могу их привести, но в следующий раз наверняка. Касательно европейских рекомендаций, они повторяют те же самые рекомендации по тромбоэмболии в плане лечения антикоагулянтами, о которых я уже сегодня говорила. И сейчас я буду переходить к завершающей части нашей школы. Которая будет касаться переемственного введения пациентов с венозной тромбоэмболией. Мы уже с вами пролечили пациента с тромбозом глубоких вен и тромбоэмболией легочной артерии. Что же нам делать дальше? Кому нужна длительная профилактика? Ну и с вашего позволения приведу клинический пример. Конечно, у любого пациента с тромбоэмболией легочной артерии мы всегда опасаемся рецидива. И рецидив – это то, что чаще всего, к сожалению, происходит у этих пациентов. Мы всегда должны об этом думать, и мы видим по статистике, что чем дальше, тем больше вероятность рецидива. И если наш пациент до 10 лет после тромбоэмболии проживет, то риск венозных тромбоэмболических осложнений в отдаленном периоде почти более 30% составляет. Это, конечно, очень много. То есть треть наших пациентов обязательно с ними опять случится венозное тромбоэмболическое осложнение. И это, конечно, требует нашего пристального внимания, и врач, безусловно, должен всегда об этом помнить. А как же долго принимать антикоагулянты? Если мы откроем российские рекомендации, которые у нас в настоящее время еще действуют, несмотря на то, что они датируются 2015 годом, что мы видим по поводу того, как долго лечить пациента после тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии? Они говорят нам о том, что если это дистальный тромбоз, то мы его лечим 3 месяца, при проксимальном тромбозе это 6 месяцев, и при тромбоэмболии легочной артерии минимум 3 месяца. Если у нас есть обратимый фактор риска. То есть если что-то произошло, что привело к тромбоэмболии легочной артерии, и эта причина устранена. Так называемый неспровоцированный тромбоз, который тоже уходит из нашей лексики, такой термин, или тромбоэмболии легочной артерии, как минимум 3 месяца. А дальше неопределенно долго, если риск кровотечения низкий и удается добиться стабильного уровня антикоагуляции. То есть этот момент ложится на усмотрение врача. И мы опять же должны всегда пересматривать риск кровотечений, возвращаясь к важности безопасности антикоагулянтной терапии. Если у нас есть рецидив, то в рекомендациях существует фраза «неопределенно долго», что в реальной жизни обозначает, конечно же, всегда, то есть пожизненно. Если вдруг пациенту имплантирован по каким-то причинам КАВА-фильтр, то это неопределенно долго. Ну и при злокачественных образованиях неопределенно долго, но мы с вами уже видели, что при злокачественных образованиях мы должны лечить пациента до того, как мы будем считать, что он излечился от онкологического заболевания. Что же говорят нам рекомендации 2019 года по этому поводу? Через 3-6 месяцев после эпизода тромбоэмболии легочной артерии следует оценить состояние пациентов. Не только наличие легочной гипертензии, но и симптомы, функциональный статус и при необходимости уровень NT-proBNP. Ну, вообще уровень NT-proBNP, мы прекрасно знаем, все больше и большее значение придается во всех, скажем так, состояниях. Мне, как человеку, занимающемуся сердечной недостаточностью, меня это очень радует, поскольку мы и в рекомендациях по сердечной недостаточности в настоящее время BNP фигурирует как обязательный анализ для пациентов, у которых мы ставим диагноз сердечной недостаточности. Но возвращаясь к тромбоэмболии легочной артерии, в данном случае мы тоже должны оценивать данный показатель с точки зрения рецидива, возможного рецидива тромбоэмболии легочной артерии. Пациентам, у которых сохраняется одышка, а также у бессимптомных пациентов с факторами риска хронической тромбоэмболической легочной гипертензии, следует выполнять эхокардиографическое исследование. Это с точки зрения
пациентов, которые перенесли тромбоэмболию легочной артерии. При выявлении легочной гипертензии целесообразно также провести перфузионную сцинтиграфию. При наличии признаков дефектов перфузии, конечно же, нужно пациентов лечить специалистам по хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. В нашем центре этим успешно занимаются, и этих пациентов у нас очень-очень много. Ну, а если мы будем говорить по категориям риска, которые фигурируют в рекомендациях 2019 года, здесь у нас предлагается врачу определить риск повторной тромбоэмболии. И он будет низким, если у нас был значимый фактор риска, который привел к эпизоду тромбоэмболии. Понятно, чем важнее и больше фактор, приведший к тромбоэмболии, тем меньше риск рецидива. Конечно, если это была операция, травма с переломом, то риск повторной тромбоэмболии низкий, если не будет повторной операции и такой же травмы. Промежуточный риск – это транзиторные или обратимые факторы, которые увеличивают риск тромбоэмболических осложнений более чем в 10 раз. То, что я перечисляла ранее, то есть это инсульты, госпитализации тяжелые, те, которые не связаны со злокачественными образованиями. Или неидентифицированные факторы риска, когда мы не можем определить, что это за фактор риска привел к тромбоэмболии легочной артерии. Но надо сказать, что промежуточный риск 3,8% в год – это тоже очень большой. И здесь, конечно, большинство пациентов будет относиться именно к этому риску, и им, конечно же, нужна продленная антикоагулянтная терапия, профилактика рецидива. Ну и высокий риск у нас имеют пациенты с активным онкологическим заболеванием и с одним или более эпизодами тромбоэмболии легочной артерии при отсутствии больших приходящих обратимых факторов риска. И, конечно, пациенты с антифосфолипидным синдромом, которые требуют отдельной лекции, которым мы никогда не применяем прямые пероральные антикоагулянты, и, конечно, на них сегодня мы останавливаться не будем. Что же изменится в нашей терапии после того, как мы пересмотрели динамически обследовали нашего пациента через 3-6 месяцев после эпизода тромбоэмболии легочной артерии. Мы знаем, что если мы назначаем терапию прямыми пероральными антикоагулянтами, у нас острая фаза длится 5-7 дней, дальше длительная терапия в течение 6 месяцев, и дальше мы решаем вопрос о продолженной профилактике более 6 месяцев. Огромная категория пациентов нуждается в продолженной профилактике, так называемым понятием «неопределенно долго». То есть, конечно же, в нашем случае, скорее всего, пожизненно. И здесь у нас могут применяться прямые пероральные антикоагулянты, апиксабан в дозе 5 мг и 2,5 мг 2 раза, ривароксабан в дозе 20 мг 1 раз и добигатран в дозе 150 мг 2 раза. На основании чего они применяются? Исследования, которые были проведены по продленной профилактике прямыми пероральными антикоагулянтами наших пациентов с тромбозом глубоких вен и тромбоэмболией легочной артерии. Включались пациенты с подтвержденными тромбозами и симптомами без явных показаний к продленному использованию антикоагулянтов. Соответственно, чтобы можно было сравнить с плацебо. Рандомизация после 6 как минимум месяцев лечения антикоагулянтами. Двойное слепое исследование с ривароксабаном Эйнштейн Экстеншн показало преимущество ривароксабана, безусловно, по сравнению с плацебо. Двойное слепое исследование Amplify Extension тоже показало преимущество апиксабана в обеих дозах перед плацебо. И ресоната с добигатраном в дозе 150 мг 2 раза также показала преимущество перед плацебо. Именно поэтому все три зарегистрированных в Российской Федерации прямых пероральных антикоагулянта могут применяться для продленной вторичной профилактики у пациентов с перенесенным тромбозом глубоких вен или тромбоэмболией легочной артерии. Если сравнивать эти три исследования в плане рецидива венозной тромбоэмболии и смерти от венозной тромбоэмболии по сравнению с плацебо. Все три препарата показали преимущество перед плацебо, безусловно, о чем я уже сказала. По большим кровотечениям все три препарата оказались сопоставимы. И по
большим и клинически значимым кровотечением, значимое было увеличение у ривароксабана и добегатрана по сравнению с плацебо, а апиксабан в обеих дозах оказался сопоставим. И здесь я хочу коротко остановиться на дизайне исследования Amplify Extension по продолженной профилактике рецидивов венозной тромбоэмболии. Когда у нас возникают сомнения, продолжать профилактику или прекратить профилактику. И здесь были выбраны две дозы. И 5 мг доза для, как для первичного лечения, и 2,5 мг доза, как в клинических исследованиях по первичной профилактике применялась. И, соответственно, обе дозы сравнивались с плацебо. Большое количество пациентов было включено, мы видим, по более чем 800 в каждой группе. И окончание лечения через 12 месяцев, и далее последующее наблюдение в течение 30 дней за параметрами безопасности. Первичная конечная точка исследования эффективности – это комбинированная конечная точка, включающая рецидив венозной тромбоэмболии или смерть по любой причине. И первичная конечная точка безопасности – большое кровотечение во время периода лечения. То, о чем я уже сказала, на 81% снижается риск тромбоэмболии по сравнению с плацебо при приеме апиксабана, так же, как он и снижается при приеме других прямых пероральных антикоагулянтов. Обе дозы статистически значимо предотвращают рецидив. Здесь, конечно, важнейшим является для нас, что и доза 2,5 мг, так же, как и доза 5 мг, не различаясь между собой, статистически значимо предотвращает повторное развитие тромбоэмболических осложнений. А по безопасности мы видим, что, конечно же, доза 5 мг будет хуже по безопасности, чем 2,5, а доза апиксабана 2,5 мг практически вообще не отличается от плацебо по критериям безопасности. Обе дозы при продленной профилактике не приводят к увеличению частоты всех видов кровотечений. И здесь, конечно, мы можем сказать, что мы можем с таким же успехом применять дозу 2,5 мг, как и 5 мг, особенно учитывая то, что индекс потенциального вреда, который может оказать препарат по сравнению с плацебо, он гораздо меньше, то есть нужно пролечить гораздо большее число пациентов, чтобы случилось одно нежелательное явление при дозе 2,5 мг. Ну и по госпитализации от всех причин, по любой причине апиксабан, конечно же, выигрывает по сравнению с плацебо, и это прямое влияние на прогноз наших пациентов. Поэтому мы можем констатировать, что при лечении апиксабаном тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии мы назначаем в острой фазе на 7 суток 10 мг 2 раза. Далее мы переходим с 8 дня на длительную терапию 5 мг 2 раза. И затем продолженная профилактика может осуществляться дозой 2,5 мг 2 раза, учитывая то, что эта доза намного более эффективна, чем плацебо, но по безопасности сравнимо с плацебо. И это единственный препарат из прямых пероральных антикоагулянтов, который в сниженной дозе также эффективен для продолженной профилактики. Ну, а преимущества по безопасности я уже сказала. И вспоминая те основные факторы, которые не связаны, мы их должны, конечно, учитывать, и всем, большинству пациентов с этими факторами, конечно же, показана продленная профилактика антикоагулянтами. Приведу клинический пример. Пациент 70 лет поступил к нам с жалобами на одышку при минимальной физической нагрузке. Напомню, что я работаю в отделе сердечной недостаточности. В анамнезе гипертоническая болезнь в течение 20 лет, гипотензивная терапия была нерегулярная, вредных привычек нет, индекс массы тела 28 кг на метр квадратный. До этого в анамнезе он был госпитализирован с острой задержкой мочи и по поводу заболевания предстательной железы, и ему была установлена цистостома. В течение госпитализации в другом стационаре у него была диагностирована тромбоэмболия легочной артерии и выявлена как причина тромбоз глубоких вен. Выписан он был с цистостомой и на терапии ривароксабаном в дозе 20 мг. К нам он попал для проведения коронарангиографии перед
последующим оперативным вмешательством. Очень небольшой процент стационаров проводит коронарографию пациентам перед вмешательствами. Мы это делаем, и мы прекрасно понимаем, насколько важно пациенту перед оперативным вмешательством быть уверенным в том, что у него нет проблем с коронарными артериями, особенно учитывая возраст и сопутствующую тромбоэмболию легочной артерии в анамнезе. Соответственно, ему была проведена коронарангиография, где значимых стенозов, требующих лечения, выявлено не было, но был выявлен флотирующий тромбоз нижних конечностей. И, соответственно, ему были назначены прямые парентеральные антикоагулянты. В дальнейшем ему была проведена операция по поводу доброкачественной гипертрофии предстательной железы, аденомы. В тот момент, когда он к нам поступал, когда у него был выявлен флотирующий тромбоз и вот одышка при минимальной физической нагрузке, это данные его ангиографического исследования. Ну, я сказала, что начальные признаки атеросклероза коронарных артерий, которые не требовали вмешательства. Дедимер мы видим 2,65, норма нашей лаборатории 0,5 микрограмм на миллилитр. Уровень мозгового натриуретического пептида был совершенно нормальный, чуть выше обычного. Дуплексное сканирование вен нижних конечностей. И мы видим, что были УЗИ-признаки реканализированного тромбоза, выявлены справа, и пристеночный реканализирующий флотирующий тромбоз справа бедренной вене. В дальнейшем был выбран препарат ревороксабан в дозе 15 мг 2 раза для лечения тромбоза глубоких вен, как положено на 21 день с дальнейшим переходом на дозу 20 мг 1 раз для лечения тромбоза глубоких вен. Далее мы получаем анализ мочи на фоне лечения нашего, мы видим выраженную эритроцитурию. И кровотечение, конечно, у пациента была склонность к уретральным кровотечениям. Мы переводим пациента на эноксапарин в связи с выявленным кровотечением и, соответственно, на терапии эноксапарином выписываем. Это было до операции по поводу доброкачественной гипертрофии предстательной железы. В тот момент, когда ему была проведена операция, пациент почувствовал себя совершенно здоровым, и, учитывая то, что он помнил, что у него было кровотечение на фоне приема ревороксабана, пациенту при выписке не были назначены никакие антикоагулянты. И, соответственно, с мая 2019 года он никаких препаратов не получал. На этом фоне у него в течение последнего месяца перед декабрем 2019 года было ухудшение состояния в виде нарастания одышки. И он вновь к нам поступил с теми же самыми жалобами на одышку при минимальной физической нагрузке. Мы видим электрокардиограмму нашего пациента, мы видим четко S1 Q3, на ЭКГ. Мы видим по эхокардиографии давление в легочной артерии 70 мм ртутного столба. Мы видим расширение правых камер с признаками перегрузки правого желудочка давлением, расширение ствола легочной артерии, гипертрофия правого желудочка, артериальная легочная гипертензия, недостаточность трикуспидального клапана и признаки повышения центрального венозного давления. Дедимер, повышение 8 раз и более, и уровень мозгового натриуретического пептида 3 нормы нашей лаборатории. Это не проби-НП, это сам мозговой натриуретический пептид, который говорит, конечно же, о нарастании сердечной недостаточности, то есть наш диагноз — тромбоэмболия легочной артерии, чему мы и находим подтверждение при МСКТ легких. И мы принимаем, безусловно, мы пациенту назначаем всю терапию сердечной недостаточности, ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы, диуретики, антагонисты минералокортикоидных рецепторов, и мы назначаем пациенту апиксабан
в дозе 10 мг 2 раза на 7 дней, а в дальнейшем мы переходим на 5 мг 2 раза. И здесь, конечно, тот случай, когда пациенту обязательно показана продолженная профилактика. И здесь, конечно же, апиксабан будет препаратом выбора, учитывая наличие кровотечения в анамнезе из мочевыводящих путей при приеме другого препарата. Мы, конечно же, должны менять препарат. Ну и в целом, в плане безопасности и в плане приверженности терапии у данного пациента, который не очень привержен, мы сами видим, к терапии, конечно же, апиксабан будет препаратом выбора. Ну и возвращаясь к рекомендациям, всем пациентам с тромбоэмболией легочной артерии рекомендуется антикоагулянтная терапия как минимум на 3 месяца и более. Это первый класс рекомендаций. Пациентам с первым эпизодом и обратимыми факторами риска прекращение антикоагулянтной терапии рекомендуется через 3 месяца. То есть, если у нас есть обратимый фактор риска, мы можем прекратить терапию через 3 месяца. Пациентам с рецидивирующей венозной тромбоэмболией, о которой я только что говорила, которая не связана с транзиторными обратимыми факторами риска, рекомендуется антикоагулянтная терапия неопределенно долго. То есть это надо читать как пожизненно. Ну, антифосфолипидный синдром. При антифосфолипидном синдроме показаны только антагонисты витамина К и, конечно же, пожизненно. После перенесенного венозно-тромбоэмболических осложнений пероральная антикоагулянтная терапия должна быть рассмотрена пациентом с первым эпизодом и без идентифицируемого фактора риска. Если у нас есть персистирующий фактор риска, отличный от антифосфолипидного синдрома, или есть у нас незначительный или обратимый фактор риска, всем этим пациентам с классом рекомендаций 2А показана неопределенно долгая антикоагулянтная терапия. И если мы говорим о прямых пероральных антикоагулянтах, то после тромбоэмболии легочной артерии пациенту без онкологического заболевания показана длительная терапия сниженными дозами апиксабаном в дозе 2,5 мг 2 раза в день или ривароксабаном 10 мг 1 раз в день после 6 месяцев антикоагуляции. И здесь класс рекомендаций 2А и уровень доказательности А. Ну и понятно, что пациентам, которым мы даем длительную терапию прямыми пероральными антикоагулянтами, рекомендуется регулярно переоценивать как переносимость, так и соблюдение режима дозирования, функцию печени и почек и, конечно же, риск кровотечений. Поскольку риск кровотечений – это то, что всегда ложится на врача как ответственность, и каждый врач, назначая антикоагулянты, всегда рискует кровотечением. Мы все всегда об этом помним, но тем не менее риск кровотечений не должен останавливать врача в плане необходимости профилактики тромбоэмболических осложнений у наших пациентов. Ну и суммируя все фазы антикоагулянтной терапии венозных тромбоэмболических осложнений, можно сказать, что они включают лечение острой фазы, длительное лечение и профилактика. И чем дальше мы получаем данные исследования и рекомендации, тем больше у нас определенности в нашей терапии. Понятно, что продленная профилактика у нас во многих случаях должна быть неопределенно долго. Активное лечение до 3 месяцев, а в случае апиксабана и ривароксабана до 6 месяцев, и дальше длительная продленная профилактика. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Я оставила несколько минут для того, чтобы ответить на вопросы, если они есть. Мы сейчас посмотрим. Вопросов я не вижу. Ну, буду надеяться, что раз пока вопросов мне никто не задает, наверное, я остановилась на всех важнейших моментах антикоагулянтной терапии. Понятно, что объять необъятное за такое короткое время невозможно. У нас огромное количество научных данных по поводу антикоагулянтной терапии, поскольку именно антикоагулянтная терапия является сейчас одним из важнейших факторов, влияющих на прогноз наших пациентов, поскольку мы пытаемся снизить риск инсульта, снизить риск
риск кровотечения как у пациентов с фибрилляцией предсердий, так и у пациентов с венозными тромбоэмболическими осложнениями. И, конечно же, будут появляться все новые и новые данные, они будут входить в новые рекомендации, и, думаю, мы с вами еще неоднократно встретимся и обсудим эти вопросы, а пока мы ожидаем выхода новых рекомендаций по фибрилляции предсердий, по тромбоэмболии легочной артерии, ну и у нас устанавливается все более и более понятен режим назначения антикоагулянтных препаратов. Во всяком случае, уже ни у кого нет сомнений в необходимости такой терапии, которые были еще 10 лет назад. По сравнению, допустим, с 10-летней давностью, наше представление об антикоагулянтной терапии поменялись кардинально. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча была вам полезна. Надеюсь, вы не очень утомились таким длительным, скажем так, воспринимать так долго информацию достаточно сложно, но в наше такое непростое время желаю вам всем удачи, здоровья, берегите себя, ну и качественного лечения пациентов. Спасибо за внимание.